И всем снова привет! Сегодня мы будем играть в... В Roblox, а точнее в Dars. Давайте вдвоем еще пойдем. Свинкоптер. Ладно, я не пойду, я хочу вдвоем хоть. Ладно, подожди. В смысле завтра выйдет новая обнова? Я еще дальше игру не прошел. Если выйдет завтра второй чаптер, я офигею. Ну, молодец! Какой я устал, ты только что там был. Сегодня мы пройдем этот дресс. Завтра, кстати, у меня полдня не будет. Я на утро уеду. Пошли. Я ни разу еще Дорс не проходил. Пройдем мы Дорс этот. Девятый. Слушайте, то, что мы бесполезные фигни. Где? Ты где? Да ты куда? Него? Свет марков. Шкаф, шкаф. Ай. Больно. Ладно, я без нее пройду. Я буду пытаться каждый раз. Мне все равно, сколько видео будет длиться. Я хочу пройти дресс. Это не хик, если что.
Хорошо, что в этой игре не существует А60. Только в модах. Какая скорочка, даже ни разу не видел. Берем рыбу. Крючок пока взяли. Теперь смотрим, что тут есть. Все, ничего больше нет. Пошли отсюда. Так. Так, мы пройдем сегодня босс, не волнуйтесь, мои ребятки. Вот, возможно, есть отмычка. О, витамины. Это понадобится когда-нибудь. Ну, потом. Я понял, как пройти последнюю фигуру. Пошли. Скоро глаза будут появляться. Я умею первую и вторую проходить теперь фигуру. Ой, ты! Я ушел. Глаза. Сейчас хит появится. С этой комнаты будет длинная комната, а там и хит. Ну, я же сказал. Спасибо. И вам спасибо. Давай, хит, влезай. Все равно нам ничего не делает. Так, бежим, бежим. Где ключ? Чё смотришь? Последний рыцарь. О, нашел. 43-я. Скоро фигура будет. Я вижу фигуру. Особенно последнюю. Давай. Ищем ключи. Я кажется, ключи.
Теперь сраный тупой ключ. Вот. Все, наконец-то. Вот я себе ключ нашел. Учеба. Ключ. Я тебя чувствовал. Бля, ты гадина. Десятая дверь. Все, мне нет. Я не очень люблю фигуру первого подходить. Ну потому что по локации это первая вещь, наверное. Потому что это говно вечное. Первую книгу. Бумагу возьму. Так, круг. Конечно, умею проходить фигуру, но я ее не люблю проходить. Второй. Так. На втором точно ничего не нашел. Только вот эти знаки. Нужен круг, вот это. X нужен. Нужен фигура квадрата и треугольник. Потом надо вот составить это все. Первый этаж.
Нету. Правильно. 3-6. Страшно. О, страшно, вырубай. Значит, 3, 6, неизвестное число и 6. Потом треугольник. Пошли искать. Надо еще две штуки найти. Квадрат и треугольник. Внимательно. Уже много чисел нашел. Шесть, шесть, шесть. Квадрат. Осталось треугольник найти.
нашел. Ура! Теперь составляем код. Повезло, повезло. 6, 3, 6, 9, 6, 1. Сюда. Хорошо, мы прошли фигуру. Потом будет второй сик. Потом пойдет амбуш. Ура! Мы проходим Дорос. Или с ней ломайся, как российский. Пошли. Суждение. Все нормально идет, пацаны или девки. Все круто. Так. Туда. Тук. 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 Теперь наверх. Одно такое место. Значит, тут. Слава богу, я все один прохожу. Никто не пишет в чате, кто ж подыхает. Никто на фигуре не умирает. Я хочу хаута. Я знаю, как его проходить. Okay.
72-я дверь, скоро будет хик. Мне всегда было интересно смотреть, как спидранья проходит Дорс. Кстати, смотрите, докуда мы дошли, ура, улица. Подышать свежим воздухом можно. Мы дышим свежим воздухом, ура. Теперь побежали обратно. Я не хочу, чтобы завтра выходило продолжение, точнее второй чаптер. А я как лох играл на первом до сих пор. Так много писем. Ну, наконец-то. Ненавижу искать ключи в темноте. Глаз. Сейчас их поет второй. Второй сик очень изи. Вот мой чучка. Ну а чё, мало ли нам будет 4 с хатамели? Второй сик. Приступаем. Приступаем второй сик. Еще ни разу до него не проходил, но я видел какое видео. Thank you.
этот расик уже больше не пойдет. Пошли. Светло. Пойди, темно должно быть, я так светло. Сейчас там будет. А где амбуш? О, шара. Ладно, эта серия выдалась прикольная. С вами был Сочек Кермаков. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока.